Привет! Вы на канале Мистер Зайка, и я приехал в Сочи. Так красиво! Вообще! Поскольку у нас сейчас все деревья опали, а тут деревья стоят, вот как вы видите, чуть-чуть красные и зеленые. У нас вот такой отель, то есть я буду жить в этом отеле. Вот в этом, да. На самом деле, да. Вот. И я буду только 4 дня. Сейчас мы посмотрим, что будет снаружи. Ой, внутри точнее. Снаружи вы увидите, можете увидеть в следующем видео. Вот. Идем, мне же самому не терпится. И вот что мы можем видеть. Вот. А, ты снял? Вот. Тут очень красиво. Там фонтан, как можно было увидеть на улице, показывала. Тут очень красиво. Я положу сюда сумочку свою. Там я покажу вам комнату. Пока я сделаю мини-обзор по вот этому вот месту всему. Вот там, что вот там, вот. Короче, везде вот. То, что вот тут вот. И все вам покажу. Там такая красивая потолок вообще. Ужас. С ума можно сойти. Мне даже не верится. Так, все так красиво. Даже сам не ожидал. Я думала, мы какой-нибудь трехзвездочный отель закажем. На самом деле вы заказали 5-звездочный отель. 5. Не верится. Это вообще. Тут бассейн где-то был, но я вам покажу потом. Тут очень красиво. Мне просто, как говорится, не сказки описать, не в сказке сказать, не пером описать. Вот тоже то же самое. Вон там внизу. Сейчас мы увидим кафешку вроде бы, да. Ну вот. И тут очень красиво. Ну давайте я чуть-чуть вниз спущусь, тогда уж. Я сначала в эту комнату зайду. Тут стоят разные кубки. Очень красиво там, да, есть кафе. Ты сказал, конечно. Давайте поднимемся опять наверх. Я пришел наверх, и мне дали вот такой апельсиновый сок. Да, я даже сам не ожидал. Вот. Тут вот лифты разные. Магазинчик. Интересно вообще. Такая вот вообще красиво так. Даже нет слов. Ну, теперь зайдем вон туда, там поближе пойдем и посмотрим. Вот такие очень красивые лампы. Давайте поднимемся вон туда. Ну вот, я поднялся. Такой очень красивый ковер. Диваны всякие, лампочки. Очень красиво, одним словом. Рояль. Телевизор. Ну, давайте спустимся и пойдемте в другую комнату. Вот я спустился. Тут что такое дерево? И вы скажете, что это за палки тут? Ну, как вы знаете, то есть... Может, кто-то не знает, конечно. Ну, короче, через месяц уже Новый год. Потому что сегодня 23 число. Да, 23 число, четверг. Вот. Тут елка должна будет стоять, да. Тут нарисован бассейн, вот там был нарисован только что бассейн. То есть мы, давайте посмотрим, я сейчас, ой, как вы видите, бассейн тут. Давайте его найдем, попробуем посмотреть. Ну, пойдемте вон туда, в ту сторону. Отель просто шикарный. Мне очень понравился. Вот.
вот. Я зашел вот сюда. Тут туалет. Я думала, не будет показывать, что там внутри. Короче, я не буду подниматься, я просто камеру подниму. Так. Ну, я думаю, там лестница. Вот. Ничего такого интересного. Просто там набить номера. Ну ладно, давайте посмотрим, что в другом месте. Мне кажется, мы все пойдем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Мистер Зайка. Всем пока-пока!